Всем привет! В 80-е годы жанр хэви-метал, единственный из всех жанров рок-музыки, которому удалось нарядить рокеров в униформу в виде косух, напульсников и прочей атрибутики, наводнил собой не только мир музыки, но также смежный с ним мир кино и телевидения. Сейчас этот хэви-метал 80-х именуют глэм-метал. В фильмах постоянно возникали то какие-то злые и безбашенные металлисты, то мрачные рок-звезды. Причем не миновала чаша сия и Советский Союз. Помню, в 1988 году вышел комедийный детектив «Презумпция невиновности» с Куравлевым и Любовью Полищук, которая играла там знаменитую рокершу. В школе мы писали в черновиках названия разных групп, музыку которых большинство даже не слышало, или старательно выводили вот такой символ. Сие означало heavy metal rock. Особо мудрые же писали такое. И говорили, что это означает heavy metal pearl. С тех пор прошло около 30 лет, и я до сих пор не знаю, что такое этот перл. Тогда я не слушал хэви-метал 80-х годов, магнитофона у меня еще не было, а на пластинках из западного рока в магазинах продавали в лучшем случае серию «Архив популярной музыки» под редакцией знаменитого чуть позже переводчика эпохи видеотек Гаврилова. В серии той выходили альбомы групп 60-х, 70-х годов «Led Zeppelin», «Deep Purple», «Dire Straits», Black Sabbath. В магазины же Японии западный рок попадал сразу, и сразу в самой Японии возникали местные варианты нового рока. Допустим, стоило в 60-е возникнуть психоделическому року, как японцы родили сотни групп, старательно копирующих звучание The Doors. В 80-е волна хэви-метал накрыла и Японию. Возникли местные группы, из которых вне Японии стало известно разве что Anthem. В 1983 году американская группа Dio выпустила свой дебютный альбом «Holy Diver» с одноименной песней в нем. Эта песня или весь альбом, а также клип на песню вдохновили японских разработчиков игры «Holy Diver». Игра просто напичкана отсылками к западному хэви-металу, однако обо всем по порядку. Кстати, именно лидер группы Dio Ронни Джеймс Дио, чье настоящее имя Роналд Джеймс Подавона, ввел в металлический обиход жест козы. Дио пел в Rainbow, потом в Black Sabbath вместо Оззи Осборна, потом основал свою группу Дио. Про известный жест Дио рассказывал, что его использовала его итальянская бабушка, чтобы защитить от сглаза. И жест назывался «Молоччо». Название это подхватили западные металлюги, а наши называют козой или рогами. Я не зря уделяю столько времени не самой игре, а музыке, потому что рассказ об игре будет тесно связан с самой музыкой. Что до игры, то, собственно, про нее известно очень мало. Японская компания Irem выпустила Holy Diver 28 апреля 1989 года. Выпуск в США почему-то не состоялся, хотя и намечался. О разработчиках почти глухо. Их нет в титрах, а в сети удалось найти лишь имя программиста, написавшего к игре звуковой драйвер и, возможно, музыку. Это Масахико Ишида, который работал в Irem с 87 по 90 годы. Начало игры очень похоже на двумерную версию видеоклипа Dio Holy Diver. И главный герой тоже похож на самого Ронни Дио, как две капли воды. Однако по сюжету героя зовут не Ронни, а Рэнди Ар. Явное сокращение от Рэнди Роудс, участник группы Quiet Riot. Пока Рэнди идет по первому уровню, расскажу сюжет. Полное название игры таково. «Воскресший» или «Легенда о королевской святой магии справедливости». В волшебном мире стоит 666 год. Демонический король подземной империи по имени Черный Убийца, Black Slayer, отсылка к группе Slayer, расширил свои владения и ослабил власть короля рассвета, King Crimson, тоже название группы, чья мудрость поколениями
руководила миром магии. 16-й император Кримсон, Ронни IV, доверил двух своих малолетних сыновей, Рэнди и Зака, своему верному слуге Оззи. В реальной жизни Рэнди Роадс и Зак Уайлд – это гитаристы, с которыми сотрудничал Оззи Осборн. Слуга с детьми спаслись бегством в другом измерении в надежде когда-нибудь вернуть свет миру. Следующие 17 лет выдались сложными, но Рэнди, Зак и Оззи посвятили себя изучению святой магии справедливости. Black Slayer, между тем, еще более расширил свои владения и наращивал силы, действующие среди нескольких измерений. Рэнди необходимо найти королевский герб Кримсона, а точнее 5 гербовых печатей, чтобы сразиться с демонами. Он отправляется в одиночку, исполняя волю своего приемного отца Оззи, который ушел в мир иной. Так начинается легенда о святой магии справедливости, и так гласит руководство к игре. В отличие от видеоклипа Holy Diver, где Дио ходит по замку вооруженный мечом, игровой принц Рэнди – чистый волшебник, причем новое волшебство он изучает, одерживая победы над боссами. Под индикатором жизни мы видим индикатор маны. Она расходуется при использовании любой магии, отличной от самого простого выстрела. Чтобы использовать полученную от боссов магию, надо нажать на старт, выбрать в меню нужное волшебство, затем вернуться в игру и нажать Select. Select переключает вас между обычной магией и вот этой особой, выбранной в меню. При этом некоторые враги убиваются только простейшей магией, а некоторые определенными видами магии. Есть магия, которая действует на обстановку, например, замораживает жидкости или парализует часть движущихся врагов. Holy Diver можно пройти только используя нужную магию в нужном месте, и зачастую надо много переключений между разными магиями на небольшом отрезке времени. Бывают очень интересные, неоднозначные моменты. Например, путь вам преграждает красная лава. Когда вы замораживаете ее, она обращается в лед, который надо разбивать другой магией, чтобы пробраться через него. И вот, например, магия Overdrive, кстати, еще одна отсылка к миру рока, ведь Overdrive – это название гитарного эффекта. Так вот, магия Overdrive может разбить лед под вами, и вы провалитесь под него и погибнете. Но все это будет открываться по мере прохождения. Поначалу, без этих наворотов, игра кажется простой и очаровывает отличной графикой и послушным управлением. Хотя какое-то чувство подвоха все же закрадывается с первых минут. Почему об игре мало кто знает? Вот ее иногда с Castlevania сопоставляют, но в Castlevania графика и управление хуже, а игра стала более известна. С чего бы это? Второй уровень становится проходимым, когда вы обнаруживаете прикол заморозкой лавы. Вообще игра примечательна своим обнаруживанием, как в нее играть. Это как в 90-е, надо пробовать все самому. Дело в том, что из-за редкой сложности игры в нее мало кто играет. Раз. Второе. Существует только японское руководство к игре и краткие английские переводы выдержек оттуда. Итак, второй уровень еще продолжает радовать выдумкой разработчиков. Помимо лавы, тут есть, например, такое любопытное препятствие, как слезящиеся глаза. Но врагов становится больше и больше, и они как-то уж больно упорно хотят вас убить. Но первые полчаса игры, первые два уровня, они еще подогревают интерес к Holy Diver. Если бы мне в 90-е показали первый уровень, я бы купил картридж без колебаний. Мне бы понравилось. А пройдя до конца второго уровня, я бы советовал играть в Holy Diver всем друзьям. Офигеть, какая игруха. Но на третьем уровне я понял, что игра не просто хардкорная, какой-то ад. Такие игры делали для Спектрума. Когда на вас со всех сторон лезут, летят и прыгают десятки врагов, и через пару секунд вы погибаете, едва успев рассмотреть, что же там было в начале уровня. С третьего уровня вы должны постоянно переключаться между разными видами магии, а иногда прибегать к самой обычной.
С определенного момента Рэнди получает способность, хотя и не в любое время и по желанию, превращаться в дракона. Причем превращалку надо выбить из врага, который запросто может навернуться в пропасть, и тогда вы не получите превращалку и не сможете пройти дальше. Придется умирать и пробовать пройти часть уровня заново. Враги в Holy Diver очень сложные, многие не убиваются с одного удара и по силе порой равны боссам в других играх. А чтобы убить некоторых, надо сначала допереть, как это сделать, а потом еще и осуществить задуманное. А вот боссы Holy Diver, напротив, вполне проходимые и во многом предсказуемые. Во всяком случае, я, сталкиваясь с ними, не думал, как в Капитане Хэвоке, что на этом мое сражение с игрой закончилось и дальше пройти невозможно. Одно из сражений с боссом происходит в зале, где на стене на окровавленном кресте висит распятый человек. Насколько я знаю по англоязычным обсуждениям игры Holy Diver, это брат Рэнди, Зак. Последующий сюжетный ход, увидите сами, никаким текстом не поясняется, я не знаю, как его толковать. Схватка с последним боссом как бы двойная. Вторую часть сражения вы будете в образе дракона. При этом, во всяком случае у меня, на экране все совершенно переглючивается, и по боссу надо стрелять не туда, где он находится, а мимо. Кое-где игра становится, кажется, нелинейной. Во всяком случае, появляется выбор, какой путь избрать. Но я не экспериментировал и шел, на мой взгляд, простейшим. Уровни различаются не только обстановкой и врагами, но и палитрой. Поэтому игра выглядит очень разнообразной. Хотя в Holy Diver не пошли по стопам Castlevania и не сделали врагами скелетов и прочую нежить, мрачной тематики предостаточно, и обложка к игре вполне могла бы стать любая обложка для металлической группы 80-х или позднейших времен с изображениями разных черепов, летучих мышей и тому подобного. Holy Diver очень сложная игра, но запоминается она помимо сложности еще и своей оригинальностью, выдумкой, замечательной графикой и звуком. Если вам нравятся бродилки и при этом не пугает хардкорность, сопоставимая с Ghosts and Goblins, попробуйте эту игру. С вами был Петр Семилетов, передача Turbo!